В Хромтау Актюбинской области заморозили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 3 года назад подрядчик успел возвести каркас здания, но остальные планы нарушила пандемия. О дальнейшей судьбе дорогостоящего социального объекта расскажет Айсулу Махмутова. Современный ФОК стоимостью почти 1 миллиард тенге должен был украсить окраину города Хромтау. Двухэтажное здание со множеством спортивных залов могли бы посещать до 200 человек. Но в 2020 году, спустя несколько месяцев с начала строительства, грянула пандемия. И работы встали. У подрядной организации, одной из самых добросовестных в области, случились финансовые трудности. Стоим мы как раз в большой спортзал. Будет гимнастический зал, борцовый зал. Ну и разные тренажерные залы будут. Мы от работы не отказываемся. Как деньги перечислят, сразу начнем работу. Рабочая сила в полном составе есть. За несколько месяцев строители успели поднять каркас здания и обустроить пожарный резервуар. Было освоено 375 миллионов бюджетных тенге. С тех пор работы на площадке не проводились. Сейчас та сумма, что была указана в договоре, по словам представителя фирмы, несопоставима с реальными рыночными ценами на стройматериалы. Поэтому руководство компании обратилось к чиновникам с просьбой пересмотреть проект. Внесение корректировок занимает определенное время. Сначала проект выносится на рассмотрение рабочей группы. Дальше зависит от бюджетной комиссии, поддержат или нет. В случае одобрения изменений подрядчику будет дополнительно выделено порядка 300-400 миллионов тенге. Таких проблемных объектов в области 4, помимо Хромтауского, в Иргизском, Каргалинском и Айтекибийском районах. Проекты по 3 физкультурно-оздоровительным комплексам были скорректированы. В Айтекибийском и Каргалинском районах работы сейчас ведутся. Для продолжения строительства ФОКа в Иргизском районе ищем подрядчика. В настоящее время в области ведется строительство почти 40 спортивных объектов. 10 из них планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Айсулу Махмутова, Айбек Даутов, Актюбинская область, Хабар-24.